всех приветствую, кто зашел на наш канал. Из Анапы, отель «Город Мира», Мираклион. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк и писать комментарии. Заходим на ужин. Корпус «Дюна». Также можно поесть на выйти на террасу. Это бар. Тоже давайте начнем с детского стола. Детское питание. Мороженое. Ну и самое главное, фонтан шоколадный. Идем дальше. Шато Тамани, Шато Тамани. Вино красное сухое. Ну сейчас мы здесь мальчика посадим, да? Приборов тоже нету. Ну, сейчас скажем, принесут. Да вон ты выбираешь. Ладно, пойдем посмотрим. Что есть на улице? Корпус «Дюна». А то, что-то я прошелся, как-то непонятно. Так, там бульон, каша рисовая, суп грибной. Поле, блин, ну уже все подписано, шашлык свиной. Все подписано, так что читайте, смотрите. Помидоры, баклажаны. Вот как много народу-то. Там бар. Здесь у нас соусы. Здесь у нас сладости. Ну, в общем-то, целые, нерезанные яблоки. Апельсины резаны. Да, у нас тут большой людей. Здесь у нас гриб. Проходим дальше. В общем-то вот так вот. Движение здесь большое. Тяжело здесь снимать, потому что очень народу много. Орешки. Ну и хлеб. Все, пойдем что-нибудь возьмем, поесть. Вот так движение тут очень такое. Последний вечер. Сходили мы на ужин в корпусе «Дюна», в район «Дюна». Вот, ну, достаточно вкусно, все неплохо. Ну, как-то вот мы давно с Жанной не сталкивались с тем, то, что отдыхающие как-то там немножко... Ну, в общем, кто сталкивался, тот поймет. Объяснить это сложно. Вот, ну, а сейчас мы попробуем дойти в ресторан района «Рассвет». И посмотрим, что там. Какая здесь суета. Район «Рассвет». И как я понимаю, вход в ресторан здесь.
Жан, а в Рассвет здесь вход в ресторан или нет? Нет. Здесь просто вот вход, свой ресепшн, все. Ну пойдемте по... Кремской линии Пахлава. Пахлава. Все написано так, что не ошибетесь. Также все есть. И терраса есть, и внутри есть. Все есть. Пойдем посмотрим. Чем они отличаются вообще по большому счету-то, да? Вот где тут вход? Ищем вход. Вот он вход. Ресторан Пахлава. Вот. Берешь, ты сиди здесь, мы пойдем зайдем, а ты можешь сидеть здесь. Дать тебе телефон? Ну вот, Кирюха пусть пока здесь посидит, а мы пойдем посмотрим. Просто сиди и не качайся особо. Ну, по крайней мере, хоть еще один ресторанчик отстрелим, посмотрим. Просто интересно разница. Пошли. В чем разница, да, Жан? Здравствуйте. Кот здесь? Кот здесь? Спасибо. Спасибо. Ну, персонал очень приятный, очень хорошо. Так. Ну, давайте начнем слева направо, да? А там нет. Справа там бар. Справа бар. Вот там вот бар. Ну а здесь шведская линия. Пойдемте посмотрим. Может, здесь не будет такой суеты. Тоже подписано, утка запеченная. Баранина. Тарелки все снизу. Яблоки, сливы. Ну, пока большого различия такого нет. Чтобы вот сказать, что чем-то вот там сильно отличается. Единственное, то, что хорошо, что разнесено все. Много ресторанов, в принципе. Самый большой наплыв, как я понял, сейчас зимний. Здесь попроще. Именно людей поменьше. Да? Угу. Ну, эти всякие сладости разные. Ну, сладости, да. Так что, прежде чем вы будете куда-либо заходить, выбирать себе ресторан, то смотрите, где вам будет удобно. Здесь вот людей поменьше, ресторан поменьше, детский стол. Вот такой вот детский стол. Также есть детское питание, ну и также есть мороженое. Все. Ну, в общем-то, ресторан поменьше, чем Дюна. Ну, как-то попроще. Все, идем дальше. Ну да, здесь попроще. Все-таки попроще. Ну и за корпусом Рассвет получается вот эта детская площадочка. Да? Ну они, наверное, все малые. И маленькие, и задние. Ну да, скорее всего. Нет, ну все. А куда ты здесь кататься-то будешь? Не влезут коленки. Ну куда, в цепи? Конечно, коленки все равно. Ты посмотри, где рулит. Что-то с тобой малышей. Мы уже смотрели с тобой. Территория здесь, в принципе, это не такая большая территория-то. Ее по кругу можно быстро обойти. Ну, пойдемте посмотрим. Детскую площадку. Мега-пацан, я по-другому не могу тебе сказать.
Это уже корпус «Волна». Вот «Волна» и «Рассвет», и вот здесь вот идет детская площадка вот такая вот. Ну пойдемте зайдем в ресторан. Лапша. Это у нас район Волна. Заходим. Бабушка там. Вон там сидит бабушка. Может, это... Добрый вечер. Спасибо. Слушайте, эти рестораны практически одинаковые по, как я понимаю, по площади. Здесь вот уже даже поинтереснее. Вот здесь вот стоит сюда прийти и покушать. Что у нас здесь? Лапша с курицей и китайский сливочный с шампиньонами. Здесь чувствуется разница. По всем ресторанам разницы не было. Здесь чай, кофе, потанцуем. Соки, вода. Ну и, в общем-то, сладкий сок. А, тут еще и есть... Вот они роллы. Роллы делают прямо здесь. Ну, в принципе, небольшой детский стол. Такой вот, ну, в принципе, детский стол он везде. В большинстве случаев будет одинаковый. Каждый может выбрать для себя, где ему лучше завтракать, обедать и ужинать. Вот. Ну, здесь людей поменьше, как-то попроще. Ну, бар, конечно, очередь будет. В любом случае, бар всегда будет очередь. Самый большой, как я понял, пройдя. Спасибо. Пройдя два ресторана помимо «Дюны», самый большой ресторан – это «Дюна». В общем-то, вот так вот. Ладно, еще один горизонт там остался. Пройти, посмотреть. Ну, парковочных мест здесь много. Даже, я бы сказал, очень много. Это у нас «Волна». И даже очень много свободных номеров. И там уже идет детская игровая. В общем-то, почти всю территорию мы уже вот за один вечер обошли. Дети вот здесь вот бегают туда наверх.
Вон там, кому видно, вон они там наверху, детвора. Ладно, пойдем посмотрим дальше, что, как у нас будет вечер. Если вы видите впереди вывеска «Город мира», опять звезд. Вот он. Так это наш. Нет, вот справа наш дюна, а вот слева горизонт. И там дополнительный корпус, который без балкона. А? У нас дюна. Дюна, он работает круглогодично, а остальные корпуса работают только по сезону. Вот здесь шатеры, здесь уже начинается анимация. Вечерняя анимация. Ну, единственное, говорю, можно сказать, здесь парковочных мест очень много. Я не знаю, сколько здесь вот стоят парковочные места. По поводу дюны, мы там центрально, мы вам рассказали, сколько цена за парковку. Здесь даже не в курсе. Ну, надо спросить просто у кого-нибудь. Ну вот мы приближаемся к горизонту. Кстати, горизонт очень большой корпус. Район горизонт очень большой. Посмотри. А где вот так море? Вот там? Там, дальше. Нет, там. Да, вот сюда вот. Вот сюда вот нас с самого начала вел, но здесь нас, нам дали, сказали объезжать, объехать и заехать со стороны Витязева. Сейчас зайдем еще, попробуем зайти в горизонт и посмотреть, что там. Вот небольшой корпус, это дополнительный корпус «Горизонт», он без балконов. Но это сам корпус «Горизонт», район «Горизонт». Мастарпоны. Пойдемте зайдем в мастарпоны. Вот там вывеска «Район «Горизонт». У каждого района есть свой ресепшн, своя парковка, так что цены на парковку это уже спрашивайте непосредственно на своем ресепшн. У каждого корпуса, у каждого района есть также своя детская комната. А где здесь нету вход, наверное, да? Опа, а тут еще одна парковка. Смотри, у горизонта еще одна парковка. Здесь и въезд совсем другой. Пойдем зайдем в ресторан. Маскарпоне. Посмотрим, что здесь есть. Что здесь есть, да. Ну, по идее, наверное, здесь он такой же должен быть большой. Посмотрим, сравним. Здравствуйте. Спасибо. Сразу здесь встречается бар. Ну, давайте вас снимем уже сразу, что чего есть. Ну да, здесь большой ресторан. Тарелочки все снизу. Соленье, варенье. Огурцы, помидоры.
Так, что у нас здесь? Суп. Холодный. Крем-суп сырный. И куриный крем-суп. Ну, достаточно неплохо. Супы есть, это уже хорошо. Выбор есть. Потому что не во всех отелях есть суп, особенно холодный. Так, поехали дальше. Ну да, я думаю, что иногда не стоит держать корпус Дюна, чтобы там позавтракать, пообедать и поужинать. Здесь кофе, чай, листу чай, сладкий стол. Сами не может так быстро. Помидорчики, груши, ой, это фрукты, орешки практически везде есть. И сухо, ну да, орешки везде есть. Ну тут вам шампанское, пожалуйста. Все пополняется, как мы видим. Идем дальше. И здесь у нас детский стол. А вот, да, пожалуйста. А вот здесь мы видим только, вот получается, у нас в этом Дюне, и вот здесь, в горизонте, есть вот это вот шоколадный фонтанчик. Ну, остальное, детское питание есть, мороженое есть. Крем-суп, куриный бульон, ну, все это есть. То, что любит дети, все это есть. Ну как любят? Как смогут родители их накормить? И вот такой вот ресторанчик. Ну, в принципе, для такого большого количества людей, которые здесь отдыхают, то, что питание разнесено, и каждый может выбрать для себя, в какой ресторан идти, это хорошо. Очень даже хорошо. Все, мы идем дальше. Здесь еще небольшая детская площадка. Не знаю, видно, не видно. Но я думаю, должно ли будет видно. Сам шатер, где проходит анимация и все вечерние шоу. Вот туда слева, если мы пройдем, то там будет дорога на пляж. И мы подходим к самому интересному. Здесь вот как раз у нас питание, которое должно работать круглосуточно. Давайте посмотрим. Ну, я думаю, что этого должно хватить. Также есть мороженое. Даже два лавя стоят. Мороженое. Ну и также бар. Ну а мы здесь рядом. В общем-то, на углу остановились. Шатер со столиками. Наверное, места надо занимать пораньше. И вот сама анимация. Ну все, друзья, сегодня на этом все. Подписывайтесь.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Все, до новых встреч на канале. Продолжение будет.